Да. Привет, сегодня у меня мукбанг, я буду впервые пробовать еду из вкусной и точка. В общем, вы знаете, я прям в предвкушении. Итак, я здесь набрал, на свой вкус, естественно, разные взял. В общем, сейчас так. Так, сейчас я это все выну. Так, соус, салфетки. Так, это палочка здесь у меня. Опс. Ау. Так. Итак, буду пробовать сейчас. Прям впервые реально пробую. Итак, я взял. Значит, здесь у меня купил я Chicken Heat, Grand Frit, добрый лайм, пирожок с вишней, наггетсы и соус сырный. Короче, в общем, слушайте, я прям в предвкушении. Значит, картофель фри. Так, здесь у меня наггетсы. Давай открываем, посмотрим, что здесь. Так, слушайте, вкуснотень это... Ну, знаете, да, я люблю очень все это фастфуд. Так, это у нас что? А, Grand Deluxe. Так, я начну, пожалуй, с Grand Deluxe. Здесь еще один бутерброд. Сейчас все это буду пробовать. Ух, да, вкуснотень, слушайте, прям, опа. Я еще, знаете, я реально такой прям вот голодный. Так. Так, что здесь у меня? Так, говядина, это Grand Deluxe. Здесь лук, соленый огурчик вижу, сыр, этот салат. Что там еще, помидор лежит. Короче, я пробую. Это потрясающе, реально. Просто, просто классный. Обалденный вообще вкус, обалденный. Не знаю, мне реально нравится. Сейчас еще другие буду пробовать. Мне реально нравится. Офигенный. Офигенный. Так, картошку. Я хочу сказать, знаете, что следующее? В связи с тем, что я сейчас очень много бегаю, вот в связи с тем, что у меня там ремонт предстоит и так далее, соус сырный. Предстоит ремонт, и дело в том, что получается так, вот я сейчас забежал в этот, да, во вкусное и точка, я целый день, реально, я вот только позавтракал, и фактически я целый день не ел, и вот по пути вот забежал, купил вот это вот вкусное и точка, попробовать уже наконец. И я хочу сказать следующее, слушайте, классно. Классный. Классный картофель. Угу. Я очень люблю вот все, что касается фастфуда. Я себя достаточно, вы знаете, на самом деле часто прям есть фастфуд, я, конечно, надо себя останавливать. Я себя поймал, вот еще раз говорю, на том, что вот сейчас вот носишься, и дома не получается пообедать нормально, да, хоть уже времени нету, прибегаешь, время ужина приготовить. И я себя поймал на том, что я вот просто очень много реально ем фастфуда, очень много стал есть фастфуда. Но это такая вкуснотень. Это реально вкусно. Очень. Я прям наслаждение получаю. Вот просто получаю реально наслаждение. Это просто so good. Так хорошо, так вкусно. Мне нравится.
Оп. Просто реально, реально вкусно. Так, здесь у меня чикен хит. Ну, все, что связано вообще с курицей, я очень люблю. Я очень люблю. Так, опять в этот сыр. Погода испортилась. Вот это мне не очень нравится. Прям что-то как-то пасмурно. Вроде лето. Ну, купаться в любом случае еще рано. Еще вода в любом случае не прогрелась. Это еще рановато. Это, чтобы вода прогрелась, надо, чтобы хотя бы, я не знаю, сколько месяцев, прям реально было очень тепло. Поэтому я еще не купался. Не ходил, не купался. Надо обязательно будет. Но я думаю, это уже когда тепло прям так установится. Хорошо. Так, у меня еще наггет. Слушайте, чикен хит. Так, а у меня еще эти наггетсы. Такс. Мукбанг, так мукбанг, да. Здесь куриная котлета. Салат, майонез. И что здесь еще? Что-то я вот... Так, да, салат, майонез, куриная, это котлета. Вкусно. Там разные. Давайте-ка вот я сюда для удобства, да, как-то что-то высыплю. И будет удобно. Я всегда, особенно когда вот заходишь, и, ну, если не с собой, как я сегодня попросил мне упаковать, а когда сидишь там непосредственно ешь, ну, в самом кафе, вот прям на поднос, там же эта бумага-то лежит, вот так очень удобно. Это вкусно, это потрясающе. Кусочки, а это у меня что? Это у меня пирожок с вишней. У меня пирожок с вишней. Хожу сейчас, очень много времени трачу, вот именно в связи с ремонтом смотрю все эти стройматериалы. Я хочу сказать следующее. Вы знаете, это столько отнимает времени. Это кажется, что ты пришел, знаете, ты уже представляешь все там, да, в своей голове. Как ты что хочешь сделать, как это должно выглядеть там и так далее. Но на деле, когда ты приходишь и начинаешь смотреть там, да, не знаю, краски, обои. И получается, ты начинаешь общаться с консультантами в магазине, и возникает куча абсолютно, ну, разных вещей, которые надо еще, получается, делать, да. То есть, и тратишь на это, выясняя пока, вот как там сделать что-то, как поклеить. Начинаешь, вот, значит, например, мне надо переклеивать. Значит, переклеивать. Это плинтуса надо менять, понимаете, уже потому что это снимается. То есть, вот такие возникают. Казалось бы, просто как бы обои, а как просто? Значит, надо снимать плинтуса. Это все. Короче, вот это вот под потолком то, что идет плинтус. И получается, что возникает очень много
как бы вот этих вот нюансов, которые надо в том числе делать. Начинаешь делать одно, и получается, что надо делать еще что-то. Вот я что хочу сказать. И в итоге вот на общение там, да, вот я уже не первый день, тратишь по 2 часа, общаясь. Реально это немного выматывает. Потому что вот я, например, сегодня практически целый день уже потратил. Понимаете, поэтому вот просто, вот для меня это просто вот забежал я вот сейчас во вкусной точке, прям с таким удовольствием ем. Мне очень вкусно. Угу. Ням-ням. Угу. Вкусно. Надо еще там попробовать. А, не взял уже, знаете, там такие эти, ну вот пирожок с вишней взял. Я вообще очень люблю, вот там я посмотрел, вот это мороженое, вот эти коктейли. Вообще сладкое я, кстати, очень много стал тоже вот съесть. Все так вкусно. Ничего. Энергии, когда много тратишь, когда, да, вот, все время как-то передвигаешься, перемещаешься, и нужно много энергии. Поэтому я вот ем, и я все эти калории все равно сжигаю, вот в чем дело. Угу. Вкусно. Да, хорошо. Ой, как я прям, слушайте, прям так хорошо я наелся. Давайте еще и этот съем. У меня здесь осталось. Я взял этих 6 штук наггетсов. Это я уже сейчас не осилю. Я вот еще один наггет съем. Хочу пирожок еще попробовать. Угу. Вкуснота. Так, пирожок пробую сейчас, буду с вишней. Так. О, хрустящий какой. Смотрите, прям так нажимаешь, это хрустит. Очень вкусно. Угу. Прям классно, да, мне нравится. Ой, потом доелся, доем. Сейчас я так, слушайте, объелся. Я такой прям голодный был. Прям так мне вкусно, хорошо. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. И скоро увидимся. Пока.